эти школьные будние дни. Но перед этим поставьте лайк и подпишитесь на Лизин канал и на мой канал. Ссылка на Юлин канал будет в описании под видео. И давайте начнем. Привет, доченька. Привет, мама. Распиши свое дневник. Хорошо. Какие оценки у тебя? 2, 3, 2, 2, 1. И почему ты еще до сих пор не заполнила дневник? А, на субботу уже не заполняет. Ладно. Дочка, дочка, какой позор. Привет, дочка. Какие оценки? Вот, мама, распишись в моем дневнике. 2, 3, 2, 2, 1. И почему ты еще до сих пор не заполнила дневник? А, на субботу уже не заполняет. Ладно. Дочка, дочка, какой позор. Здравствуй, Лиза. Как хорошо выглядишь. О, дай-ка я тебе поближе расскажу. Молодец. Спасибо. Отличная школьная форма. Что за школьный? Иду посмотрю, как у моей сестренки дела. О, привет! Сколько задали уроков? Не задали всего лишь одну математику. Вау, так мало. Ожидание. Посмотрим, как у моей сестренки уроки. Сколько тебе уроков задали? Мне задали 25 уроков. Я их буду делать до вечера. 25? О. Ожидание. Здравствуйте, класс! Ладно, сегодня мы будем проверять ваши домашние задания. О, Лиза, молодец! Ставим тебе 10. Реальность. Здравствуйте. Здравствуйте. Лиза, почему ты сделала такое домашнее задание? А вы не обратились, что у меня пустой дневник? Почему ты не заполнила? Все, давайте поможем. Все, два.